Новые детские сады, отремонтированные дороги и мосты. Чебоксары вовсю готовятся ко Дню Республики и Дню города. Этим летом распахнут свои двери 4 детских сада. В микрорайонах Садовый и Новый Город уже на следующей неделе, а в Радужном и Альгешево в августе. Места в садиках получат более 700 дошколят. Сейчас набирается штат педагогов, формируются группы. Приятная новость для автомобилистов. Первая очередь Московского моста откроется в День Республики. Подарки ждут и пешеходов. Это новые тротуары. Сейчас работы идут только в центре Чебоксар. Мы с вами разговаривали о том, чтобы провести все-таки ремонт пешеходных дорог в районах города, на тротуарах, которые действительно разбиты, а к центру вернуться в 2019 году, к юбилею, 550-летию, полностью отремонтировать и пешеходные дороги, и велозоны. Алексей Ладыков поручил главам районов составить новый план ремонта тротуаров. Этих вопросов.